Всем привет, ребята, смотрите, я вам сегодня покажу, как делать вот такую вот летучую мышь. Мы берем закончик и вот так вот тянем. Бац, летучая мышь. Ну, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы погнали делать летучую мышь. Ну вот, ребята, давайте начнем делать вот эту вот летучую мышь. Нам для этого понадобится одна бумага и нам... Из этой бумаги нужно делать нам просто обычный квадрат. Для того, чтобы это сделать, мы делаем такой вот дискет. Следите со мной внимательно. Ну, я думаю, что все уже знают, как сделать квадратную бумагу. Вот, у нас получается вот так вот. И нам нужно вот эту часть, мне нужно вырезать, просто нафиг. Давайте вот немножечко, вот, есть машинка. Вырезаем эту часть. Она нам просто не нужна. Ну, это она нам понадобится в конце, чтобы сделать ушки. Такие вот ушки, улетучие ушки, такие вот ушки. Давайте положим пока что вот туда. Это тоже положим. Вот. Ну, вот так вот ее открываем. И нам надо сделать еще. Вот, у нас вот так вот получается. Вот, ребята, смотрите, у нас вот так вот, и мы ее вот так вот закроем. Следите внимательно. Потом нам нужно после этой части нам нужно это все сделать. Вот так вот. Была вот так вот, а мы еще один раз сделаем. Вот так вот у нас получается. И точно так же еще раз сделаем. Вот у нас получается. И вторую сторону точно так же мы делаем. Переворачиваем и вот так вот закрываем. Вот, у нас было вот так вот. Видите, мы обе стороны сделали, и теперь нам нужно ее перевернуть и закрутить в свою сторону вот так вот. У нас получается вот так вот. Получается, вот так вот надо тут немного поправить все. И мы берем вот это все и делаем вот так вот. Вот делаем, мы это все берем и делаем изгиб наверх. Вот она была вот так вот. Теперь его делаем наверх. После этого нам нужно вот этот вот край, уголок. Вот край, видите, уголок. Такой вот уголок нам нужно закрыть назад. Такой вот у нас получается вот так вот. И мы берем вот эту вот часть и берем вот эту часть и вот так вот переворачиваем. У нас получается вот так вот, и с другой стороны делаем то же самое. Вот у нас получается вот так вот, мы вот эту часть
видите вот эту вот часть. Давайте я сначала вам покажу, как это сделать вот так вот. Вот. У нас получилось вот так вот. И мы делаем вот такой вот диски. После этого нам нужно вот эту вот взять и раскрыть. И потом последний мы берем вот за этот маленький уголочек. И открываем. И у нас получается летучая мышь. Давайте, ребят, я теперь вам... Давайте мы ему подкрепим ушки. Вот, мы берем и делаем летучую мышь. Так вот отрезаем ушки вот эти вот. И только осталось последнее, взять клей. Все, вот я сделала клей. Теперь нам только осталось это все заклеить. Ой, ничего страшного. Вот. Получается вот так вот. Летучая мышь. Можем ее закрыть и открыть. Ну, ребята, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!